Спинальная мышечная атрофия – аутосомно-рецессивное заболевание. Это означает, что у родителей, носителей неправильно работающего гена, с вероятностью 25% родится больной ребенок. До недавнего времени СМА, диагностированная в младенчестве, означала для таких детей скорую смерть из-за невозможности двигаться, глотать и дышать. Портал «Биомолекула» совместно с компанией «Ртген Биотех» выпускает спецпроект по орфанным заболеваниям. Меня зовут Роман Деев, я научный сотрудник компании «Генотаргет» и врач. В этом видео я расскажу о спинальной мышечной атрофии, называемой коротко СМА. В норме моторные нейроны, расположенные в передних рогах спинного мозга, посылают нервные импульсы к мышцам, чтобы те могли сокращаться. При спинальной мышечной атрофии эти нейроны погибают, а мышцы атрофируются. Это происходит потому, что у людей диагнозом СМА не вырабатывается белок выживаемости мотонейронов. У них повреждены обе копии гена SMN1, который отвечает за его производство. А вспомогательный ген SMN2 не всегда срабатывает и не полностью удовлетворяет потребность организма в этом важном белке. В зависимости от первых проявлений и тяжести симптомов болезни, специалисты выделяют 5 ее типов. Самые тяжелые типы – это нулевой и первый. Дети с нулевым типом живут несколько недель. С первым типом без патогенетического лечения обычно не доживают до 2-летнего возраста. Они не могут сидеть и переворачиваться. Чаще всего умирают от застойных явлений в легких, то есть от пневмонии. СМА второго типа диагностируется у самых маленьких детей возрастом 1-3 года, а ее симптомы также очень тяжелые. Дети с этой формой болезни не могут ходить, а приобретенные ими навыки без лечения со временем теряются. Подростки с третьей формой атрофии без современных лекарств со временем также утрачивают способность ходить и оказываются в инвалидном кресле. Самый благоприятный прогноз у пациентов с четвертым типом СМА. При этом заболевании практически нет влияния на продолжительность жизни. Сегодня пациенты со СМА могут получать как патогенетическое, так и поддерживающее лечение. Кроме того, оборудование, облегчающее жизнь больных, с каждым днем становится все совершеннее. Благодаря совместным усилиям врачей, фармкомпаний и общества в целом, качество жизни людей с этим диагнозом постоянно повышается. Главная общая задача на сегодня – обеспечить доступность лечения и наилучший уход всем пациентам без исключения. Сегодня имеются 3 зарегистрированных патогенетических препаратов против СМА. Это Золгенсма, которую достаточно получить единожды в младенческом возрасте, а также Спинраза и Эврисди, которые нужно принимать на протяжении всей жизни. Спинраза и Эврисди направлены на работу со вспомогательным геном SMN2. Суть лечения при этом заключается в том, чтобы помочь этому гену работать более эффективно. Действуют оба лекарства на созревание РНК. Взаимодействуя с pre-mRNK, они позволяют сохранять 7-й экзон в зрелый mRNK и получить полноценный целевой белок. Совершенно иначе действует препарат Золгенсма. Это полноценная генная терапия, ведь задача этого препарата – заменить с собой сломанный ген SMN1. Делается это с помощью аденоассоциированного вируса 9-го типа, в который помещена ДНК с полным вариантом гена, то есть это полная рабочая копия этого гена. После внутривенного введения такая система доставки попадает в клетку, затем в ядро, обеспечивая продукцию этой клеткой нужного полноценного белка.
Нужно помнить, что любое лекарство – это не панацея. И несмотря на высокую эффективность при таком смертельном заболевании, как СМА, все же лечение может помочь не всем пациентам. Кроме этого, при использовании генной терапии залгенсмой, опыт применения которой уже превысил 2500 случаев введения, изредка могут развиваться и побочные эффекты. В ходе клинических исследований разработчик описал 2 летальных случая от причин, напрямую не связанных с терапией. Также 2 случая смерти описано и в России. Своевременная диагностика, грамотное медико-генетическое консультирование и лечение, использование уже существующих патогенетических препаратов и разработка новых – это те общие усилия, которые существенно изменят качество жизни маленьких пациентов. Мы подготовили это видео для всех, кому важно узнать про СМА. С этим диагнозом в России каждый год рождается около 300 детей. И каждый новый рожденный со СМА ребенок должен получать всю доступную на сегодня терапию и поддержку. Даже с самой тяжелой болезнью легче бороться вместе.